сообщает ТАСС о заявлении РФ президента, пресс-секретаря, что у спецоперации нет рамок временных. Вот я выделил эти слова Пескова. Достигнуты, когда будут ее цели. Тогда и закончится она. Да что такое? И поскольку у меня страстишка, клипов записи никаких не принимает отступных. Не с временами авторов пословицы. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Связываю я постоянно времена. Вот телеграм. Канал «Настоящее время». Последние новости. Так, Евросоюз согласовал очередной раунд санкций против России. Он затронет первого вице-премьера Андрея Белоусова, мэра Москвы Собянина и артистов Сергея Безрукова и Владимира Машкова. Вот такие вот дела. Новости.